Ну что, мои дорогие, мои хорошие, в этом году первая распаковка у нас в пряже. Приехала ангорка из Рассказово. Вот написано, видите, в балашиху. Такой мешок к нам пришел. Сейчас будем с вами вскрывать. Я уже даже через мешок вижу, какие красивые цвета. И очень хочу посмотреть вот этот. В особенности... Мне кажется, он великолепен. Хотя в этот раз мне даже брусника нравится. Юх! Юх! Аккуратненько. Это ангорка рассказовская, напомню вам. В одну нить. Метраж тут хороший. Ой. О, девочки, кажется, я снова влюбилась. Брусника мне нравится. Посмотрите цвет. Это ли не блаженство? Ангорская коза. Итак, на 250 грамм 2400 метров. Это ого-го, сколько можно связать на самом деле. Не один платок, если вы платки вяжете в одну нить, будет шикарно, что крючком, что спицами. Также хорошо будут смотреться жилеты. А еще ее берут на носки, на гетры. Ну, тут уже как вы захотите. Вот. Также она отлично держит блокировку, то есть можно отпарить ее. Обязательно стирать щадящими средствами, можно шампунями обычными. Вот, что еще я могу про нее сказать? Да много всего я могу про нее сказать, вы знаете, что я про пряжу могу говорить часами. Давайте я вам сейчас покажу цвета. Брусника горчичный я вам показала. Это у нас шоколад или коричневый. Ну, шоколад красивше звучит, правда же? Такая вот она. Простите за голос, садится. Зима на дворе, морозы. Этот цвет джинс. Но камера его дает васильком. Но этот цвет джинс. И он все равно прекрасен. Хоть с камерой, хоть без камеры. Сейчас я попробую вспышку убрать. Вот. Видите, вот так он лучше. Вот это его настоящий цвет. Темный джинс, скажем так. Или синий джинс. Как-то так. Либо это можно еще какие-нибудь чернила назвать. Дальше идем. Обязательно светло-розовый. Это обязательный цвет. Нежный такой. Мне он тоже очень-очень нравится. Опять же, светло-голубой. Без него никуда. Мы его постоянно заказываем. А кто со мной давно знает, что вот этот цвет, он у нас в любимчиках ходит. Серебристый. Вот он, серебристый. И вы знаете, в этот раз партия мягче. Я вот трогаю, смотрю. Мусора, во-первых, меньше мусора однозначно. Во-вторых, мягче. Крутка тоже хорошая. Так, это у нас трава, это не яблоко, это трава. Сейчас я его хочу поближе вам показать. Вот он, посмотрите, какой красивый. Это трава. Дальше идем. Это у нас обычный розовый, то есть это был светло-розовый. Смотрите, как они сочетаются красиво друг с другом. Даже этот розовый с брусничкой сочетается. И при этом это не чистокровный розовый. Видите, у него здесь... Такие, как в крапинки беленькие, что делает его вкусным. Далее идем. Так, это у нас лаванда. Такая вот лавандочка. Лаванда у нас тоже постоянно обитает в наших краях. Дальше идем. Белый цвет. Это белый. Не отбелка, а белый. Потому что отбелка он еще белее. Такой белый, красивый. Да, эта партия однозначно мягче. Мне прям, ох, трогала бы и трогала эти мои моточки вкусненькие. Так, у нас здесь осталась карамель или песочный, или светлый беж. Кстати, во всех палитрах он по-разному называется. Вот честно вам скажу. Я больше за песочный голосую. Или за светлый верблюжий. Боже. Кто, как и я, любит пряжу, пишите в комментариях, отмечайтесь. Вкусняшки, рассказывайте, что вяжете. И welcome в Telegram, в мой. А ссылку на группу оставлю. Вот,
Все контакты оставлю. Божечки, божечки, такие пухляшки. В общем, вот такой душевный обзор получился. Напомню, что вязать можно все зимние вещи. Отлично держит блок, полотно не едет никуда. Ну, я имею в виду, косину не дает. Опять же, если вы вяжете в круг, то здесь уже надо думать. Если только-только начинает косить, либо меняете направление вязания, то есть не сам по кругу, а то есть изнанку туда, лицевую туда, да. И также обязательно вяжем образцы, стираем, парим, смотрим, как себя ведет. Ну все, я вас всех целую, обнимаю. До новых встреч, мои хорошие.